Если мы хотим разгадать эту тайну, нам нужно изучить историю цивилизации. Считается, что в новый свет цивилизация пришла из старого света. Но существуют доказательства того, что люди возводили города в новом свете значительно раньше, чем считают историки. Традиционно самым старым городом мира считается Иерихон в Старом Свете. Этому городу 8 тысяч лет. Тем не менее, в Южной Америке в Новом Свете ученые нашли остатки города, который, возможно, старше Иерихона в два раза. Расположенный на высоте 12,5 тысяч футов, Тихуанако – один из самых загадочных городов подлунного мира. Считалось, что он был построен предшественниками инков 2000 лет назад. В начале века боливийский ученый Артур Познанский приступил к изучению развалин Тихуанако, чем и занимался 50 лет. Использование в этой работе астрономических данных натолкнуло его на интересные выводы. Он подсчитал, что Тихуанако был спроектирован более чем 17 тысяч лет назад, то есть в эпоху, когда никакой цивилизации еще не существовало. Познанский назвал этот таинственный город колыбелью цивилизации. Нил Стит, американский археолог, решил продолжить эти противоречивые исследования. Я посетил раскопки пирамиды Акапана, которая ведет Ривьера. Сегодня она большей частью разрушена, но фундамент прекрасно сохранился, что говорит о прекрасной работе строителей. Встретившись с главным археологом Боливии доктором Освальдо Ривьера, я нашел у него полную поддержку, несмотря на то, что он не был согласен с выводами Познански. Камни облицовки подогнаны так тщательно, что между ними не пройдет и игральная карта. Мы пробовали стыки иглой, но даже игла не смогла пройти в них. Один из самых трудных вопросов, которым задавался Познанский, это почему постройки выполнены с такой тщательностью. Он полагал, что ответ помог бы определить возраст сооружений. Наиболее распространенный метод датировки – это углеродный анализ. Он прекрасно подходит, когда надо узнать возраст кусочков артефакта, например, черепков кувшина. Проблема заключается в том, что, увы, нельзя узнать, кому принадлежала вещь – строителям города или тем, кто поселился здесь позднее. Это напоминает попытки определить возраст старой церкви по возрасту гробов, зарытых на церковном кладбище. Понятно, что церковь может быть древнее самого старого из них. Метод датировки, свободный от этих недостатков, используют астрономию. Многие древние святилища сориентированы по Солнцу. С изменением времени расположение Солнца также меняется. Позиция светила часто оказывается запечатленной в архитектуре древних монументов, таких как Тихуанако. Древние возводили эти сооружения, руководствуясь астрономическими наблюдениями. Солнце как бы движется с каждым днем вдоль горизонта и восходит каждый раз на новом месте. Храм был построен в соответствии с этим перемещением. Он представляет собой гигантское подобие солнечных часов. Учитывая это обстоятельство, мы можем определить возраст постройки. Познанский заметил, что в первый день лета восходящее солнце посылало лучи прямо в центр храма, сквозь арку. Исследовав строение, он пришел к выводу, что в первые летние и зимние дни солнце должно светить прямо через четыре огромных краеугольных камня. Однако выяснилось, что этого не происходит. Солнце почему-то оказалось несколько смещенным относительно угловых отметок. Он задался вопросом, в чем же причина этого? Если мы рассмотрим строение Тихуанако в целом, то увидим, что они очень аккуратно расположены на определенных астрономических линиях. Тем не менее, некоторые постройки выбиваются из общего ряда. Может быть, по недосмотру строителей, а может быть, это считалось несущественным. Но если строители могли с удивительной точностью расставлять камни весом в сотни тонн, то разместить эти угловые отметки так, чтобы солнце светило сквозь них, не составило бы для них труда. Это не было ошибкой. И это помогло Познански определить возраст сооружений. Он измерил угол краеугольных камней и сравнил этот угол с позицией восходящего солнца. Полученные цифры говорили, что Тихуанако был возведен 17 тысяч лет назад. В то время наклон земной оси слегка отличался от сегодняшнего. Таким образом, в дни зимнего и летнего солнцестояния восходящее солнце посылало свои лучи прямо сквозь древние камни.
Я провел свои собственные исследования и пришел к тем же выводам, что и Познанский. Однако я применял в расчетах более точные данные, поэтому определяю возраст постройки в 12 тысяч лет. Тихуанако по-прежнему остается самым древним городом на планете. Имеющиеся факты говорят, что Тихуанако был спроектирован развитой цивилизацией. Реставрируя древний храм Пума-Пунка, доктор Ривьера раскрыл секрет древних строителей. Он расчистил странное углубление между двумя кирпичами и заметил внутри металлический блеск. Известно, что когда испанцы высадились в Южной Америке, они спросили инков, кто построил удивительный город Тихуанако. Не они ли? Инки ответили: мы здесь ни при чем. Город построен за тысячи лет до нас. Строители использовали металлические крепления для кирпичей. Больше всего меня удивило то, что крепления были отлиты из железа. Плавка металла – это очень сложный процесс. Мы как-то не предполагали, что он был доступен древним. Зато способ, который применялся при постройке, был достаточно простым. Камни располагались с небольшим наклоном, возможно, для того, чтобы обеспечить дренаж. Когда мы смотрели поверхность железных креплений, то выяснили, что металл заливался на место в расплавленном виде. Но загадочные металлические крепления говорят о технологии, которая далеко опередила свое время. Результаты лабораторного исследования образцов были поразительны. Металл содержал медь и никель. Это удивительно, поскольку сплав меди и никеля требует постоянной температуры литья. Трудно понять, как удалось этого добиться. Откуда же древние жители Тихуанако могли узнать о таких сложных процессах? Современный взгляд на историю гласит, что люди появились в Южной Америке 15 тысяч лет назад, и промышляли они охотой и собирательством. Но свидетельства, которые есть у нас, заставляют предположить, что Тихуанако был спроектирован развитой цивилизацией. Вопрос в том, насколько развитой. Богатства Африки всегда привлекали завоевателей. Золото и слоновая кость, а позднее другой источник обогащения – чернокожие рабы. Вот зачем отправлялись в Африку португальцы и турки, немцы и англичане. Неудивительно, что за город Момбасу на протяжении веков велись кровопролитные сражения. Наш рассказ о древнейшей крепости Момбасы – форте Иисус. Кенийский город Момбаса находится на берегу Индийского океана. Его история уходит корнями в глубокую древность. Первый путеводитель по Момбасе был написан еще Диогеном. Момбасу упоминает в своих трудах и Птолемей. Золотой век Момбасы наступил в 15 столетии, когда она стала важным стратегическим пунктом на морском пути из Европы в Китай, Индию и Персию. История города – это история войн и нашествий. Его местоположение и удобная морская гавань не давали покоя воинственным зимбабвийским племенам, туркам и португальцам, немцам и англичанам. В разное время все они пытались захватить Момбасу. Тот, кто контролировал этот порт, контролировал все побережье Восточной Африки. Первым европейцем, приплывшим в Момбасу, стал португалец Васко да Гама. Его флотилия из 4 кораблей по приказу короля Португалии Дона Мануэля должна была найти морской путь в Индию. После 2 лет скитаний в апреле 1498 года корабли Васко да Гама бросили якорь в Момбасе. С этого времени история восточного побережья Африки превратилась в беспрерывную войну между турками и португальцами. Португальцы собирались сделать Момбасу столицей своих восточноафриканских владений. В 1593-м из местного коралла они возвели форт, который назвали Форт Иисус. Форт должен был защищать португальские торговые и военные корабли, охраняя вход в старую гавань. Для португальского архитектора Джао Батиста Чиаратта строительство Форта Иисус стало главным делом его жизни. В течение всего 17 века за форт шли ожесточенные битвы. Несмотря на огромные потери, ни турки, ни португальцы не хотели уступать. За 100 лет форт 9 раз переходил из рук турок в руки португальцев и обратно.
Самая долгая турецкая осада форта Иисус длилась почти 3 года. Она началась в марте 1696, а закончилась в декабре 1698. Под конец осады из защитников форта в живых остались лишь 8 португальских солдат, 3 индийца, 2 африканские женщины и мальчик-подросток. Они отчаянно сопротивлялись, потеряв всякую надежду дождаться подкрепления. Когда турки вошли в форт Иисус, все вокруг было усеяно трупами. Последний оставшийся в живых португальский солдат заманил врагов на пороховой склад, сказав, что там спрятано португальское золото. Он взорвал себя вместе с 20 турок. Позднее новые хозяева восстановили башню, но порох хранили уже в другом месте. Первым делом турки разрушили стоявшую здесь португальскую церковь. Рядом они вырыли колодец глубиной 23 метра, на дне которого скапливалась соленая морская вода. Защитники форта использовали ее для мытья. Обе стороны готовились к новым битвам. Португальцы несколько раз пытались вернуть себе форт Иисус и контроль над Африкой. Через 30 лет, в марте 1728 года, в ходе кровавой операции им удалось ненадолго захватить форт. Но через год под натиском турок, не дождавшись подкрепления, гарнизону пришлось капитулировать. Следующие 160 лет турки безраздельно владели фортом Иисус и Момбасы. В это время Момбаса превратилась в настоящий центр восточноафриканской работорговли. Ее население увеличилось до 25 тысяч человек. Когда португальцы еще только начинали строить форт Иисус, англичане, соблюдавшие нейтралитет в португальско-турецкой войне, обнаружили для себя в Африке новый бизнес – работорговлю. Почти 200 лет именно это занятие считалось наиболее прибыльным делом на континенте. В борьбе за сферы влияния англичане даже вели в Африке локальные работорговые войны с другими европейцами. Лишь в 1807 году, когда британский парламент запретил своим гражданам торговать невольниками, англичане обратили внимание на форт Иисус. Британия должна была сохранить лицо и стать единственным хозяином региона. 18 января 1875 года к форту подошли британские военные корабли «Райфлман» и «Нассау». После долгого обстрела форт был захвачен вооруженными до зубов английскими войсками. А в 1895-м Кения была объявлена британской колонией. Новые хозяева нашли форту Иисус своеобразное применение. Он стал тюрьмой для особо опасных преступников. Слово сказать, каждый, кому когда-либо удавалось захватить форт Иисус, считал своим долгом привнести что-нибудь в его облик. Например, достроить или отремонтировать стены, установить новые пушки, взорвать храм или вырыть колодец. Англичане тоже внесли свою лепту. В форте появились железные решетки. Форт Иисус оставался тюрьмой 60 лет. И только в октябре 1958-го, незадолго до объявления независимости Кении, он стал национальным памятником. Форт был открыт для посетителей. С тех пор форт Иисус неоднократно реставрировали. Например, несколько лет назад были восстановлены рисунки, которые в начале 17 века нарисовал углем на стенах одного из бастионов неизвестный португальский солдат. Название многих военных кораблей, изображенных здесь, восстановить, конечно, уже невозможно. Во время последней реставрации форта в январе 1990 года кто-то из рабочих, случайно постучав по стене одного из бастионов, услышал странный звук. Стену вскрыли и обнаружили в ней могилу. Из нее извлекли скелет португальского солдата, захороненного еще в конце 16 века. Вероятно, это был один из первых строителей или защитников форта. Археологические исследования здесь продолжаются. Форт Иисус, молчаливый свидетель кровавых сражений, подвигов и предательств, по сей день хранит немало загадок. В психиатрические больницы Израиля поступило около 1000 человек, выдававших себя за спасителя. Число 2000 завораживает не только неуравновешенных людей, но и вполне нормальных. Но оправдан ли подобный ажиотаж? И что означает это магическое число? За ответом на этот вопрос мы отправимся в город Вифлеем.
Вифлеем расположился на высоте 726 метров над уровнем моря. Говорят, в ясную погоду из Вифлеема можно увидеть соседние с Израилем государства. В древности город был отправной точкой для путешественников. Отсюда они начинали свой путь в Египет. Сегодняшний Вифлеем мало чем отличается от древнего, разве что ослов сменили автомобили. Единственной достопримечательностью Вифлеема был и остается храм Рождества. В IV веке императрица Елена нашла пещеру и решила, что это та самая, где родился Иисус Христос. Над пещерой она и построила храм. Ежегодно это место посещают миллионы паломников. Их заветная цель – прикоснуться к серебряной раке, месту рождения Спасителя. Мало кто посещает соседнюю пещеру, в которой, по преданию, находятся кости убиенных Иродом младенцев. А между тем эти кости могут многое рассказать. Вести счет от Рождества Христова предложил папа Григорий XIII в 1582 году. Папа, конечно, человек авторитетный. Вот и приняли предложенный им календарь практически без обсуждений. А обсуждать было что? Рождение Христа сопровождалось, если верить Матфею, страшной трагедией. Царь Ирод, испугавшись за свой трон, повелел убить всех иудейских младенцев от 2 лет и меньше. Старое предание довериться в него с трудом. Дело в том, что Ирод умер в 750 году от основания Рима. Эта дата соответствует 4-му году до нашей эры. Значит, на Ирода возвели напраслину. Об этом говорят и исследования археологов. Они точно установили, что кости принадлежат взрослым людям, и костям этим не больше 800 лет. Кстати, известный историк Иосиф Флавий, современник Ирода, ничего не упоминает об избиении младенцев. А Флавия нельзя заподозрить в предвзятости. Откуда же пошла легенда о кровожадности Ирода? Да от него же самого. Под конец жизни неизлечимо больной Ирод тронулся рассудком. Он приказал убить 3 своих сыновей, подозреваемых в измене. В истории не так уж много государей, повинных в столь противоестественных преступлениях. У нас подобным образом отличились Иван Грозный и Петр Великий, но в памяти народной подобные деяния остаются навечно. Но вернемся к нашему календарю. Иоанн Богослов упоминает разговор Иисуса с иудеями. Этот разговор происходил в Иерусалимском храме в начале проповеднической деятельности Христа. Иудеи при этом говорят, что храм строится уже 46 лет. Известно, что Ирод приступил к строительству храма первого Нисана 732 года от основания Рима. Таким образом, разговор происходил в 778 году. Если предположить, что Иисусу Христу в этот момент было около 30 лет, это значит, что он родился приблизительно в 748 году. Эта дата соответствует 6-му году до нашей эры. Так что поздравляем вас как минимум с 2004 годом. Кстати, в 1996 году в окрестностях Ватикана была очень популярна песенка. Вольный перевод одной строфы из нее звучит примерно так. «Христос появился на свет за 4 года до своего рождения». И нынешний папа римский в конце концов с этой песней согласился. Доброе и злое начало в мире находятся в постоянном противоборстве. Это противоборство обеспечивает равновесие в мироздании. Но где-то должен находиться центр Вселенной, ее ось, вокруг которой происходит коловращение жизни. Наш рассказ о центре мироздания, о том месте, где зародился буддизм, основная религия Тибета. Самая святая вершина Тибета – гора Кайлас. Местные жители называют ее Тисы. В ее окрестностях берут свое начало 4 великие индийские реки – Инд, Сатледж, Брахмапутра и Ганг. Поэтому Кайлас известен и почитаем далеко за пределами Тибета. И если вода течет вниз, то люди устремляются вверх к ее источнику. Это центр тибетского мироздания и ось Вселенной.
подножия горы лежат два озера. Согласно легенде, милосердный повелитель, накормив людей, наполнил озеро Мапам водой, в которой варился рис. Сегодня это озеро почитают как пристанище повелителя богов и змеев, во власти которого дождь, а значит и плодородие. Его воды символизируют все чистое и доброе. Нижнее озеро Лапак символизирует злое начало, так же как Мапам – доброе. Вдвоем озера олицетворяют равновесие сил во Вселенной. Когда добро берет вверх и повелитель змеев Рат, вода перетекает из одного озера в другое, через разделяющую их узкую полоску земли. Люди тоже участвуют в битве добра и зла. Они размещают на окрестных холмах молитвенные флаги. Ветер, развивающий флаги, высвобождает силу начертанных на них молитв. Флаги разных цветов несут молитвы, обращенные к разным частям Вселенной. Голубой для космоса, белый для воды, красный для огня, зеленый для воздуха и желтый для земли. Это место важно и по другой причине. На гребне между двумя озерами стоит небольшой монастырь, который воздвигнут в честь человека, принесшего в Тибет его нынешнюю религию. В 8 веке нашей эры великий индийский гуру Падмасамбхава, приехавший в Тибет проповедовать буддизм, остановился здесь, в монастыре Чиу. Глядя на его скромную пещеру, трудно понять, как сильно повлиял буддизм на жизнь Тибета. Четыреста лет спустя поэт Миларепа подтвердил силу буддийской веры, победив мага древней религии Бон в гонке к вершине горы Кайлас. Говорят, что маг был настолько потрясен своим поражением, что уронил священный барабан с вершины горы, оставив на ее склоне глубокий шрам. С тех пор этот шрам олицетворяет неразрывную связь судьбы Тибета с буддизмом. Гора Кайлас стала центром паломничества. Сила, которая влечет сюда паломников, помогает понять, почему жизнь существует в этих суровых местах. Паломничество – самое важное событие в жизни тибетского буддиста. Совершая его, он ускоряет свое путешествие по жизни, приближается к очищению и обретает надежду на лучшее воплощение в следующей жизни. Сегодня ветер дует в сторону горы Кайлас, унося с собой молитвы паломников. Паломник должен непременно пройти полный путь вокруг священной горы. Этот круг, кора, усиливает контакт со священным местом. Путешествие – это часть конечной цели. Кора – это способ очиститься от греха и смыть с себя облако отрицательной энергии, которое приносит повседневная жизнь. Кора вокруг горы Кайлас начинается у ее западного склона. Затем следует через вход в божественную долину Лхалунг. И дальше через арку монастыря, которые, как говорят, даруют благодать всем проходящим под ней. Иногда все путешествие занимает один день. Иногда темп задают животные. Человек и животные. Паломничество благотворно для всех. На камнях вдоль пути высечена мантра, которая разносится молитвенными флагами. «Ом мани падме хум» – эта надпись распространяет силу бога сострадания Чинризига. Паломники умножают силу коры, повторяя эту мантру с каждым выдохом, с каждым шагом. Полный круг составляет 50 километров. Важна каждая деталь пейзажа.
отпечаток ноги Будды. Скала, на которой свершилось чудо. Или вода, способная исцелять. Всему есть место, и у всего есть смысл. Паломники верят, что обход горы Кайлас может искупить грехи одной жизни. 100 обходов открывают путь к высшему просветлению и сулят освобождение от бесконечного цикла рождений и смертей. Кайлас то появляется, то вновь исчезает из вида. Северный склон горы возвышается над тропой почти на 2 километра. Вид на него открывается между двух холмов, которые считаются божественными защитниками. Кочевники обычно приводят с собой свои стада. Религия и обыденная жизнь неразделимы, и кочевники, неразрывно связанные со своими животными, приводят их сюда, чтобы они разделили с ними благотворную близость священной горы. Северная часть пути служит началом последнего этапа путешествия. Впереди лежит тропа к горному перевалу, самой высокой точке коры. На середине склона находится Шива-Цал. Когда-то это место было кладбищем. Сегодня паломники оставляют здесь что-то из своей одежды, иногда даже капли крови, чтобы установить тесную связь с горой. Наконец появляется перевал. Он назван в честь богини Долмы, которая явилась буддийскому святому первому, кто совершил этот путь. Обратившись стаи волков, она провела паломника к перевалу, приблизив миг избавления от бесконечного цикла жизни. Избавление, которое сегодня ищут другие. Перевал находится на высоте 5,5 километров. Главное испытание коры позади. Природа помогает местным жителям и восстает против чужаков. Более того, даже растение, завезенное на остров французским графом, приняло сторону малагасийцев и стало на их защиту. И французы объявили этому растению войну, чем вызвали настоящую экологическую катастрофу. Южнее города Фианарансуа расположен горный массив Исалу. Колонизаторы первыми смогли по достоинству оценить красоту этих мест, превратив Исалу в доходное предприятие. Сейчас здесь национальный парк, в котором хозяйничает французская семья. В ее распоряжении 80 тысяч гектаров плодородных земель. Чтобы объехать их, понадобится 3-4 дня. Мальгаши чрезвычайно гордятся своим парком. Посетителей привлекает в нем уникальный лунный пейзаж. Считается, что подобных мест в мире всего 3. Для жителей Мадагаскара Исалу – священная земля, где в гротах и пещерах покоятся предки королевских фамилий, беспокоить которых не рекомендуется. Поэтому многие места здесь – фади, то есть под запретом. Попасть туда простому смертному нет никакой возможности. Для малагасийцев в Исалу все преисполнено глубокого и сокровенного смысла, даже простое дуновение ветерка. Уж не шепот ли это какого-нибудь предка? Некоторое время здесь обитали португальцы. Рассказывают, что в 16 веке они обосновались в горах после того, как потерпели кораблекрушение. Другие утверждают, что гроты облюбовали арабы.
Как бы то ни было, ни арабы, ни португальцы не оказали сколько-нибудь заметного влияния на облик представителей южных народностей. Одной из них является махафали – люди, живущие в краю баобабов. По народному преданию, баобаб решил вырасти до неба, что разгневало Бога. Он вырвал дерево и воткнул в землю, заставив его расти корнями вверх. Если бы не люди, то, наверное, баобаб жил бы вечно. Чтобы свалить его, махафали применяют мышьяк. Когда отравленное дерево умирает, они пускают его на дрова. Южнее махафали, в стране колючек Андруй, живет народ Антандруи, что значит «обитатели страны колючек» или «люди, живущие в кустах». Антандруи абсолютно бесстрашны и чрезвычайно выносливы. Видимо, поэтому большинство рикш на острове – представители именно этого народа. По необъяснимой причине антандруи склонны к летаргии, что является причиной их чрезвычайной суеверности. В них нельзя бросать землей или песком, поскольку они считают, что это может их извести. Несмотря на темный цвет кожи, генетически антандруи не являются африканцами. В их крови обнаружены месяцеобразные эритроциты, которые делают этих людей маловосприимчивыми к малярии. Раньше деревни антандруев окружали неприступные заросли кактуса опунции. В народе это растение называют райкетой. Его плоды, берберийские фиги, чрезвычайно вкусны. Влага из стеблей кактуса путешественники утоляли жажду. Из райкеты делали муку, ее соком протирали лицо и лечили желудочные заболевания. Кактусовый экстракт принимали внутрь или вводили в кровь через насечки, нанесенные ножом на кожу. Это повышало биологическую активность организма. Зимой, когда пересыхали болота, листьями кактуса охотно кормили зебу. Для этого пастухи сначала поджигали рощи, чтобы выгорели колючки. Затем выпускали скот, который обгладывал стволы. Когда коров забивали, в языках находили застрявшие шипы. Одним словом, значение этого растения для антандруев было чрезвычайно велико. Райкету завез на остров некий граф Демодав в 1770 году. Опунция быстро заполонила весь юг. С 1900 года колониальные войска безуспешно старались покорить антандруев и закончить завоевание острова. Благодаря кактусам деревеньки с крохотными хижинами оставались недоступными для чужеземцев. Колонизаторы сочли райкету растением, угрожающим национальным интересам Франции. Чтобы расправиться с ней, в 1924 году на остров из Мексики был завезен паразит кошениль. Быстро плодясь, кошениль продвигалась по юго-западной оконечности острова со скоростью 100 км в год. В течение 2 лет кактусы вымерли. Еще через 3 года на 1/7 части острова исчезла вся растительность. В 30-м году край поразила жестокая засуха, прямое следствие экологической катастрофы, которую спровоцировали французы. Погибли тысячи людей. От бескормицы пало 300 тысяч голов зебу. Местные торговцы мешками собирали драгоценности, которые женщины отдавали за несколько горстей съестного. Детей бросали на произвол судьбы, отдавали, а в лучшем случае продавали. Новые попытки развести опунцию оказались тщетными. 2/3 антандруев вымерло. Таким образом, в 20-х годах 20 века Мадагаскар стал первым в истории районом Земли, где французские колонизаторы прибегли к ведению биологической войны – экоциду. Антандруи до сих пор не могут оправиться от нашествия кошенили. До сих пор юг остается самым отсталым регионом страны. Янтарь – окаменевшая смола, которую выносят на берег морские волны. Древние верили, что янтарь – это осколки солнца. Янтарь не только радостный солнечный камень, но и печальный.
ведь он должен был освещать мертвым дорогу в подземном царстве. Наш рассказ о янтаре, удивительном и прекрасном сокровище Земли. Окаменевшая древесная смола, возраст которой миллионы лет. Янтарь известен человечеству уже как минимум 13 тысяч лет. С янтарем связано множество самых разных легенд и мифов. И многие из них связаны со смертью. Считается, что янтарь дает умершим луч света в их следующей жизни. Согласно китайскому поверью, янтарь – это душа тигра. Долгое время происхождение янтаря было загадкой для человека. Древние греки считали, что в нем заключена сущность солнца, которая после заката застывает в море и затем выносится волнами на берег. Они называли его электрон, что означает «сделанный из солнца». От этого названия происходит слово «электричество». Грекам уже было известно, что с помощью янтаря можно получить статическое электричество. Есть места, где море по-прежнему выносит янтарь на берег. Самый известный янтарный берег в мире – это Балтика. Тевтонские рыцари в XIV веке полностью контролировали торговлю янтарем. Янтарные лорды, как их тогда называли, запрещали хранить янтарь. Его сбор был объявлен вне закона, и нарушение запрета каралось смертью. Янтарь ценился настолько высоко, что Христофор Колумб взял с собой янтарь, чтобы предложить местному населению Карибских островов. Но эти дары не произвели впечатления на индейцев Таино, у которых был свой источник янтаря. До сегодняшнего дня одним из самых богатых источников янтаря остаются шахты в Доминиканской Республике. Здесь янтарь добывают в мягкой породе, которая когда-то устилала морское дно. Результат удивительного путешествия вглубь времен. Миллионы лет тому назад тропические штормы проносились по Карибским островам так же, как и сегодня. Чтобы залечить повреждения, прибрежные деревья выделяли смолу, которая покрывала нанесенные ураганом раны. Однако этот естественный клей порой заключал в свои липкие объятия не только дерево. С течением времени смола и ее пленник погружались на дно моря. Смола затвердевает, и через миллионы лет, проведенных под давлением на дне моря, образует твердый янтарь. В янтарь попадались самые разные предметы и животные. Это дает нам уникальную возможность увидеть срез доисторической жизни и по-новому взглянуть на эволюцию. Каждый такой кусочек янтаря – это остановившееся мгновение, самка комара, откладывающая яйца, цветок, распыляющий пыльцу. В отличие от окаменелостей, в которых тело животного превращается в камень, в янтаре жертва становится практически нетронутой. В результате существует вероятность того, что какие-то клетки могут содержать фрагменты ДНК. Может ли там быть ДНК динозавра? Может ли стать реальностью парк юрского периода? Такая вероятность очень мала. Но даже если янтарь не поможет вернуть динозавров, он остается изысканно прекрасным окном в прошлое.